Улица Советская была самой центральной улицей с самого начала, как был по госусть-Сысок переименован в город. А улица она называлась улицей Спасской. Надо сказать о том, что все наши улицы Сыктывкара были не покрыты ничем, потому что на этой улице еще, я помню, когда мне было где-то около 6-7 лет, паслись и лошади, и коровы. Именно с этой улицы началось благоустройство тогдашнего нашего Сыктывкара. А начиная с угла улицы Орджоникидзе, стали мостить, покрывать булыжником, камнем. Все собирали камни, потому что камни принимали на деньги. Мы, пацаны, таскали камни на тележках, а на эти деньги, что мы сдавали эти камни, мы покупали что? Мороженое.